Здесь у нас будет учебная зона с интерактивной панелью. По этой стене у нас будут расположены электромонтажные стенды. До открытия первого в 53-й барнаульской школе СГК класса фонда Андрея Мельниченко меньше месяца. Пока здесь идет ремонт. Но уже в сентябре на занятия сюда придут восьмиклассники, которые будут обучаться по абсолютно новому профилю – энергетическому. Это значит, что после основных уроков их ждут дополнительные по физике и математике. А еще проектирование и работа на специальном оборудовании. Впрочем, выбор профиля – дело добровольное. Элементарные профессиональные навыки, например, как собрать электроцепь, да, или, например, как поработать на гончарном круге и получить вот этот хороший эмоциональный заряд и в то же время психологическую разрядку. Мне кажется, это не помешает ни будущим филологам, ни будущим экономистам и так далее. Лучшие ученики в инженерно-техническом творчестве будут получать именные стипендии. А если школьника энергетика заинтересует всерьез, то, имея уже практические знания, он легко сможет поступить в СУЗы и ВУЗы на профильные специальности – теплоэнергетика, электромонтажника, электротехника и другие. А будучи студентом, есть возможность проходить практику и стажировку под руководством опытных наставников на предприятиях СГК. Мы можем параллельно, развивая ребят, параллельно уже смотреть, ну, действительно, видеть звездочек, наверное, и вести их дальше по жизни. То есть это такой лифт какой-то, да, образовательный лифт, когда можно из школы поступить в колледж, дальше высшее учебное заведение. Все это делается под присмотром специалистов. Для СГК организованные ими классы – это возможность воспитать профессионально подготовленные кадры со школьной скамьи. Ведь нередко трудоустраиваться приходят вчерашние выпускники вузов, которые знают о работе на ТЭЦ только по учебникам. Ребенок, оканчивающий высшее образование, ну, так же, как и все мы взрослые, они немножко максималисты, да? Вот, они пришли на работу, они хотят работать немножко по-другому. Но чтобы научиться хорошо работать, нужно научиться работать руками. Именно этому будут обучать в новом современном классе. Родители, конечно, рады, что их дети могут приобрести первые профессиональные навыки уже в школе. У меня как раз младший сын такой направленности – гайки крутить, цепь собрать. Ему очень понравится. Желающих обучаться в СГК-классе предостаточно. Среди них на следующей неделе проведут конкурсный отбор. Испытания включают в себя контрольные срезы по математике и физике и собеседование, где школьники должны доказать свою готовность к обучению. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.